Досудебное расследование ведется по факту гибели рабочих на металлургическом комбинате в Темиртау. Сегодня утром при выполнении демонтажных работ кровли на одном из зданий медкомбината с высоты упали двое рабочих. Как сообщила пресс-служба «Кармет», это были сотрудники подрядной компании «Казмеханомонтаж». Одному из погибших было всего лишь 19 лет, второму – 38. В полиции отметили, расследование ведется по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда», повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Управлением по инспекции труда создана спецкомиссия для выяснения причины ЧП. В рамках трудового законодательства Республики Казахстан Управлением по инспекции труда Карагандинской области создана комиссия для проведения специального расследования несчастного случая с работниками ТО «Казмеханомонтаж», по результатам которого будут установлены обстоятельства и причины.